Но самое лучшее, конечно, это вот, так скажем, именно, так скажем, в такой легкой форме, которая уже, так скажем, ну, так в средней форме. А в самой лучшей форме это читать Коран по смыслу. И ты уже сам можешь, например, ты, когда на машине едешь, знаешь, где газ дать, где тормознуть, где поворот включить, где лучше это какое. Тоже хотбу знаешь, например, как ее лучше. Очень зависит, шамиль, вы знаете, как донести, как доносить. Чтобы альхамдулиллах намерение было, чтобы у тебя сердце вышло, в сердце зашло. Сердце. Поэтому, субханалла, то есть это от жестикуляции, от интонации, от этого много зависит в хотбе, в мау'иза, в общении и так далее. Даже фитарджина, даже когда ты, например, переводишь, ты можешь или навредить переговорам, или можешь там, альхамдулиллах, сделать так, чтобы там даже в бизнесе сделка была там. Также здесь. Также здесь, когда ты будешь уже знать, регулировать, здесь у тебя уже автоматически. Ты макаму знаешь, про ты, например, читал, например, одну, идет одна, например, мавдуан, Коран, и потом чик резко меняется другой, ты уже этим макамом не читаешь другую, так скажем, историю. Ты уже меняешь на другой, на что-то акцент делаешь, где-то ты понимаешь. То есть, субханаллах, и вот так вот ты, например, нельзя, например, читать, например, там, где там таким этим голосом, где этот, например, скажем, где слова яхудов, где ты поднимаешь голос, ты их опускаешь, наоборот. Например, так. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ بْنُ اللَّهِ. Нет, а что говоришь? وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ بْنُ اللَّهِ. То есть ты их, наоборот, опускаешь. Так, или там. وَقَالَتِ الْيَهُودُ, например, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ. Не говоришь, يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ. يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ. Яхуды. Что-то неважно сказать. يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ. А потом уже, когда проклятие, ты понимаешь, غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ. И потом на третий еще больше понимаешь, раз ты, когда ты хочешь, بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ. Так далее. А там قالت اليهود, потом قلت أيديهم, потом بل يداهم مبسوط. И ты уже делаешь тафсир своим словом. Примерно так. Баракаллаху.